Да. Привет, брат, привет. 8 глава, с 39 по 41 стих. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». То есть это иудеи сказали. Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Толкование. Он выставляет отцом их дьявола, потому что в делах их видит их подобными ему, а они постоянно выставляют Авраама. Господь часто напоминает об их преступном намерении и отрицает родство их с праведником для того, чтобы пресечь лишнюю хвастливость и их и убедить, что надежду нужно полагать не в суетной гордости плотским сродством, а в сходстве и произволении. Поистине, как врач душ, он утешает в них воспаление, происходящее от мечтания о сродстве с Авраамом и препятствующее им прийти ко Христу, ибо они сродство это считали достаточным для своего спасения. Итак, вот на этом месте сейчас остановимся. Что мы можем вот на сегодняшний день вывести на, вот, на сегодня, как это обратить? Вот они полагают надежду свою, то есть иудеи, на то, что у них есть родство с Авраамом. А мы сегодня не так же полагаем в православной церкви или даже в католической и всех свое то, что мы находимся в церкви апостольской, рукоположенной от апостольских времен. И поэтому мы как бы уже все, мы это наше уже, мы спасены. Нет ли такого тоже у нас сегодня? Этой гордости вот этой. Почему, вот, допустим, многие священники, они сектант, не ходят по сектантам, с ними не разговаривают, а они, потому что они уверены, мы, они-то в церкви находятся, они как бы... И когда разговаривают, так высокомерно говорят к ним. А потому что они вот как бы от Христа рукоположены, от апостолов. То есть это действительно и есть это. Без этого никуда церковь. Церкви нет без рукоположения. Но и этим можно гордиться и полагать, что раз мы в церкви, то можешь что хочешь в ней творить уже. То есть, ну я же в церкви, можно и торговать, можно и там, нарушать каноны. Но главное, что ты в церкви. То есть вот это сегодня это самое главное. Можно и Христа не знать. То есть люди ходят в храмы, Христа не знают, заповеди его не знают. Евангелие не знают, но они в церкви. То же самое вот говорят здесь иудеи. Они говорят: мы от Авраама, мы дети Авраамовы, а мы вот дети церкви апостольской, православной. Но Христос здесь нам здесь говорит, что вы, если, вы должны дела делать апостолов. То есть здесь он говорит, вы должны дела делать Авраама. Если бы вы, говорит, были бы от Авраама, то вы бы дела делали отца вашего, Авраама. Если... А вы делаете, говорит, дела дьявола. И то, что ваше родство вам нисколько не помогает, а только пойдет в осуждение. И нам, православным, у нас имеется столько отцов, апостолы, учителя церкви великие, святые. И мы их почитаем, мы их произносим, отмечаем праздники. Но если мы не подражаем их делам, то это нам будет в осуждение. То есть потому что мы имели все это и ничего не сделали. То есть это только хуже для нас будет от этого. Мы поэтому и мы этим гордиться не должны. Точнее, мы должны этим гордиться, но только для того, чтобы подражать этому. Но не для того, чтобы просто мы от них. И вот здесь вот, собственно, этот толкователь и Христос об этом ему говорит. «Итак, вы дышащие убийством и ищущие умертвить меня, не дети Авраама». А они опять говорят: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Смотри, какая надменность. Господь отрицает родство их с Авраамом. А они до того тщеславны, что в безумии сами себя называют детьми самого Бога. Они хвалят сыновством Божьим, вероятно, потому что слышали слова: «Сын мой первенец Израиль».
Исход 4.22. Но они должны были знать, что Бог говорил и в другом месте. Сыновей родил и возвысил, а они отверглись от меня. Исаия 1.2. Господь мог бы обличить их в том, что многие из них рождены от любодеяния, так как, вопреки закону, жены еврейские вступали в связи с язычниками, а языческие жены с иудеями. Однако же он этого не делал. Ибо он не о том заботился, чтобы доказать неблагородство их телесное, но главным образом хотел доказать, что они низки по душе. Низкие по душе. Вот когда мы хвалимся своей причастности к церкви, но дела мы не делаем, те, которые делали апостолы, то мы низки по душе. Очень низкие. Это ни капельки нас не спасает. А, собственно, на этом сейчас все и держится. На этом. И поэтому проповедь не идет. Вот сектанты идут, они идут на проповедь, потому что им надо как можно больше людей в свою веру затащить. А православные, они не ходят никуда, потому что они в церкви, все, им все нормально, и если надо кому-то, то Бог приведет такого человека. Вот так, это такое размышление сегодня у православных. И не делают, не работают, а в итоге их уводят. Лицемеры, хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно и чтут меня, уча учениями и заповедями человеческими. Да, вот это сегодня все абсолютно к нам подходит, к православным людям. У нас мы имеем такую глубину учения, которую, если бы любой человек начал бы изучать, у него бы просто отверзлись уста, и он бы любого сектанта просто-напросто, ну, не то что не переубедил бы, но заразил вот этой глубиной православия. А так как мы не можем, сами не имеем этой глубины, которая содержит православие в себе, мы и других не можем заразить этим. Вот как Игнат Тихонович, он в эту глубину вник, она в нем, и он этой глубиной других заражает, и другие обращаются. А если около нас никто не обращается, то мы не имеем этой глубины. Но даже если мы не можем ничего передать, то мы не имеем, потому что если бы имели, то передавали бы. И многие не имеют. 42 по 43 стих. Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел, и пришел». Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи Мои? Потому что не можете слышать Слова Моего. Толкование. Так как Он исключил их из родства с Авраамом, то они поднялись еще выше, называя отцом своим Бога. Он их корил, как убийц, а они, защищая себя, говорят, что они мстят за Бога, потому-то составляют совет против Него. Посему и Господь показывает, что они не за Бога вступаются, по самому замыслу ему хотят убить его. И не суть дети Божии, как они думают, но даже противники Богу говорит, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, ибо я от Бога сошел в мир, то есть явился во плоти. Я не противник Богу, я от Него пришел. Посему, восставая на меня, вы враги Богу. Почему вы не познаете речи Моей, не разумеете и не понимаете того, что я говорю? Без сомнения, не по-другому чему, как потому, что не можете слышать Слово Моего. То есть не хотите. Ибо не мочь употребляется вместо не хотеть. Доколе вас живет зависть и убийственный замысел, как вы можете слушать, что я говорю? Так, запись идет же, да? Ну вот он и. Они имеют к нему зависть и злобу питают. Если из этого можно что понять, что если ты кому-то питаешь зависть и злобу, то ты никогда его слова не услышишь. И они, питая к нему зависть эту, они не слышат его слова, потому что не могут. Они могут, потому что не хотят. Они хотят, потому что имеют зависть и злобу. Вот так это и понимать. Сегодня, и надо это понимать вообще при общении с любым человеком, пусть он даже не прав,
Но если ты питаешь к нему злобу и зависть, то ты его не поймешь, даже если что он тебе будет и правду говорить. Елена, вот этот текст, вот этот, который ты сейчас видишь, его увеличит, ты имеешь в виду? Вот так только могу. Больше уже не буду, там, потому что плохо читать. Так, ну, какие бы вопросы? Какие-то примеры мы из жизни можем привести? Кто-то может привести, когда вот злоба не дает или зависть не дает слышать слова того человека, на которого злишься? Где мы видим такие примеры в жизни? Когда у себя, может, кто-то имеет такой пример? Но мы у себя имеем однозначно такие примеры. Вот я даже о себе скажу, что... Хотя я никогда так не чувствовал зависть и злобу, да? Но я не помню, чтобы я злобу и зависть чувствовал. Просто такое не помню. Но и как бы какое-то раздражение я чувствовал. И быть такой момент, когда ты не можешь остановиться, допустим, говоришь что-то и остановиться не можешь. Это явно же не от Бога. Потому что в любой момент ты можешь остановиться, если ты вот с кем-то, допустим, или в спор какой-то вступаешь, споришь. То есть можно вступить в спор, даже быть правым, но перед Богом быть неправым. То есть в этом вопросе ты будешь прав, но ты будешь перед Богом неправ. Потому что тобой может овладел гнев, там, спорливость, вот это все. И ты не слышишь то, что тебе даже говорит. И он даже может и неправду говорит, тебе и слышать не надо. Но и даже если бы он правду говорил, ты бы не услышал и был бы неправ перед Богом. Потому что все равно мы должны слышать, что нам говорят-то. И мы сознательные христиане должны быть. То есть сознательно ко всему подходить. А не так, что там, как дух тебя вошел и пошел ты. Под духом, как пятидесятники там какие-то. Примеры какие-то. Подожди, Вячеслав. Если кто-то говорит неправду, то ты должен согласиться с его неправдой. Услышать ты должен ее, услышать. Да, но не соглашаться с его неправдой. Ты должен ему сказать, что ты не прав. Это не так. Нет, соглашаться я не говорил. Соглашаться я не говорил такого слова. Я говорю, услышать ты должен, услышать неправду эту. И поэтому ты, если ты ее услышишь, ты узнаешь, как ее правильно разбить, развенчать. А если ты гневаешься, допустим, на этого человека, то ты даже не услышишь его, то, что он тебе говорит. И не сможешь, соответственно, ему ответить, соответственно. Вот о чем речь. Если ты злишься на него, надо не злиться, а видеть, о чем он говорит. Вот Игнат Тихонович, у него это очень мощно развито. Он видит прям конкретно саму вот суть ошибки того человека и прям по ней бьет, может ответить. А если вот раздражиться на человека, то ты не услышишь и ничего не ответишь нормально. То есть ответишь что-то там, но это будет мало действовать. Согласиться, конечно, а как ты согласишься, если это неправда? Ты не можешь соглашаться с неправдой. Написано же, одних спасайте страхом Божьим. Вот когда, допустим, Игнатий Тихонович кого-то обличается страхом Божьим, то тот человек понимает, что он там в ярости, злобе какой-то, он совсем по-другому понимает. Человек плотской, он понимает, у него все на чувственности воспринимается, особенно у женщин. Они совсем инакомыслят, совсем по-другому понимают слова его. Да. Не могут слышать. Вот эту главу Евангелия от Иоанна очень хорошо читать с первым посланием Иоанна. Там прям идет толкование вот к этой главе. Все прям открыто. Вот там иудеи говорят, мы дети Авраама, да, дети отца. А евангелист Иоанн говорит в своем послании, что те, которые рождены от Бога, которые не делают греха, рожденные от духа и от воды, они делают что? Правду, да? Почему праведник называется? Потому что он делает дела правды, да? То есть мы должны делать дела, соответствующие нашей вере, и делать дела отца нашего. А так как они говорят, что мы дети отца, да, наш отец Авраам, то есть они знают Бога отца,
Они лгут сами себе, потому что если бы они познали Отца, им надо было бы принять Христа. И точно так же наши православные, когда говорят: «О, я верю в Бога, я верю в Бога», а Христа не принимает. Во второе пришествие они верят, что будет воскресение из мертвых. И также Иоанн говорит, 2 Иоанна 1:7, что «Ибо много обольстителей вошли в мир, которые не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». То есть это касается и наших православных, не только там неверующих или сектантов. Да. Благодарю, Наталья. Так и есть. И вторая, и вообще, да, Иоанна вот этот послание, там это четко раскрывается. Евангелие от Иоанна, и вот если вот у кого есть время, можете писать, ее послушать в аудио есть, или почитать с тремя посланиями Евангелия, то есть Иоанна Богослова, потому что там уже пишется детям, которые веровали во Христа, которые крестились, а которые приняли Духа Святого, помазание и дали обещание в доброй совести. Оно просто дополняет вот это вот толкование, эти слова евангелиста Иоанна, уже находящихся детей Божьих в церкви. Там кто-то понимает, как дети это послание, кто-то понимает, как юноши, кто-то понимает уже, как отцы. То есть духоносные люди, вот это можно принять к Игнатию Тихоновичу. Вот он понимает это как отец. То есть он уже имеет возрастание. Мы еще пока как дети. Еще до юношеского не доросли возраста, чтобы понимать настолько Писание. Чтобы это помазание, которое мы получили в крещении, да, от Духа Святого, чтобы Дух Святой нас наставлял и показывал нам, вот, чтобы мы понимали это толкование, чтобы мы в себя его вмещали. Поэтому и нужно ежедневно поучаться в Божественных Писаниях. Не через день. 3-4 раза кушаем, 3-4 раза должны читать Священное Писание. Да, Священным Писанием надо жить. Основной источник информации, который к нам идет, он должен идти со Священного Писания. Если его замещает какой-то другой источник, к примеру, мир, телевизор, там, я не знаю, ну и просто какие-то новости, или даже какие-то духовные книги, но не Священное Писание, это уже не то. А если именно Священное Писание является основным источником информации, который в тебя входит, тогда он тебя переквашивает со временем. Ты мыслишь категориями Писания, начинаешь просто-напросто. А если категориями Писания мыслишь, там уже дьявол не может на тебя чары мира подвернуть. Вот евангелист Иоанн как раз и говорит в этих посланиях: вот мир люди понимают, не любите мира. А миром еще называются люди, которые живут во страстях своих, похотях. То есть эти люди, они как свиньи живут. Да. Похотях и страхтях. То есть это тоже мир. Если ты дружишь с ними, с этими людьми, ты не хочешь, чтобы их огорчить, чтобы у тебя отношения стали плохие, да, чтобы уже дружба, никакой дружбы не было. То есть ты начинаешь дружить с ними. Ты тоже такой же прелюбодей. Да, то и дух мира. Должны тебя понимать, да, вот этот вот мир, поэтому вот с ними не нужно дружить, поэтому и детей особенно ограждать от таких детей. Они очень сильно влияют. Зло, оно настолько сильно влияет на человека, тем более на ребенка, еще не познавшего Христа. Вот не пришел сам, христианами становится, христианами не рождается. Если мать и отец верующие, дети у них родились, они еще не называются христиане. Не христиане тогда, когда они уже будут, когда родители приведут их в вере христианской, евангельской, чтобы они познали Бога, Христа. И исполняли Слово Его. Кто любит Его, тот исполняет Слово Его. И дела делает такие, которые делают святые. Ну вот правильно говоришь. Ибо все, что в мире, написано: похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Да, мир – это исполнение похоти. Собственно, мир в этом-то и живет, он только этим и живет. Исполнение своих похотей. И когда мы начинаем исполнять свою похоть, мы уподобляемся миру, этот дух нас проникает. И когда мы дружим с теми людьми, которые также это исполняют, это однозначно, это я на себе чувствую, когда ты на работе, там вот, на учебе, этим, ты просто проникаешься, вольно или невольно, тебе после этого надо очищаться. Потому что ты... Ну, это как дух, это как вот с сектантами. К сектантам нельзя там одному ходить, надо, чтобы тебя молились. А тебе молились, потому что это дух, он проникает. Ты там расслабишься где-то, допустишь, и он проникнет. И ты уже будешь раз там сомневаться начинать. Если начинаешь уже сомневаться в божественных вещах, уже дух проник, надо его уже выгонять. Это я уже сразу понял. И так же и с миром. Мир, он также имеет свое притяжение, имеет свое как бы такое ласкательство. И это надо отсекать. Сразу вспоминать слова апостола Павла, который говорит, что я, говорит, не советовался с плотью и кровью своей. То есть он не советуется с ней. То есть это мир же, он действует через что? Через похоти свои, через плоть, через кровь. Начинает у тебя там тето, отдохнуть и расслабиться больше захочется тебе. Ну вот это, перейдет от мира в тебя это. Для этого мы и постимся. Церковь-то установила для этого посты. Для этого... бдеем, молимся, там меньше спим, чтобы как можно меньше могла плоть на нас влиять. И мы могли отсекать ее просто-напросто. И она должна нам быть подчинена. И вот сказал вот то, что из них этим спасайте страхом. Да, страхом спасайте. И даже если он... И даже может быть гнев праведный, то есть, потому что написано, кто прогневается на брата напрасно, тот подлежит суду напрасно. То есть, если гнев не напрасный, то нормально. Но гнев не должен обладать, то есть, человеком. Написано, гнев не творит правды Божией, апостол Павел говорит, по-моему. То есть, сам по себе гнев, он правды-то не творит, гнев человеческий. Но если человеку гнев его подчинен, то он творит уже. То есть, сам гнев-то не творит, если ты ему подчинен. Но если он тебе подчинен, это другой вопрос. Потому что... Гнев, который делает зло, это, то есть, гневливость, да, это уже от дьявола. А гнев, который от правды Божией, то это гнев праведный, который на спасение души человека влияет. Человек, делающий грех, он рождается от дьявола. Человек, делающий правду, он рождается от Духа Святого. Делает дела правды. Вот каждый человек, каждый раз, когда он рождает грех, он рождается от дьявола. Он уже пускает себя, сатану, и он правит в нем свой бал. Вот мир, это не только мир, это человек. Антропо, то есть по-гречески антропос, и космос. То есть космо – это сам человек. Не только вот то, что вот мы в мире, и вот этот вот мир нас обольщает. Это люди, живущие в нем, эти люди, которые мир имеет в себе, они влияют на нас. А должно быть наоборот. Мы должны светить среди этого мира. Как лампочки среди этого зла, мрака. Да, и поэтому нельзя не исповедовать свою веру. Так вот мир устроен, он так и давит на человека, что ты как бы, ты не показывай свою веру. То есть это вот основная такая для дьявола такая задача, чтобы верующий никак не мог себя проявить в мире. И мир его со временем захватывает. Потому что когда ты борешься там, ну ты верующий, христианин, сам с собой там борешься, там, своими бесами, это еще не особо-то дьявола как-то трогает. Ну его трогает. Но если ты выходишь в мир и начинаешь исповедовать Господа, показывать, во-первых, своим видом, своими делами, словами, то ты затрагиваешь не только тех бесов, которые вокруг тебя, но тех, которые вокруг тех людей, которые тебя окружают. Ну и они это так просто не оставляют. Поэтому надо обязательно исповедовать перед людьми свою веру, то есть свидетельствовать об этом. И это как защита, тебе сразу дается благодать, на тебя мир перестает действовать. Вот из-за своего опыта я скажу, что когда ты начинаешь благовествовать, то есть свидетельствовать о Христе, то влияние мира на тебя пропадает. Потому что ты уже начинаешь на него влиять. Влияние тех людей,
А когда ты с ними на их темы разговариваешь, что все, ты проникся. Потом уже смотришь к концу вечером, уже все. Уже, не, уже разбитость такая. То есть проникла в тебя. Нельзя проникать, нельзя общаться с миром, не благовествуя. Нельзя просто это делать. Вот Дух Святой, Он пришел в этот мир, чтобы обличить мир. И каждый, который благовествует, да, Христа, Царствие Божие, он обличает мирского человека. Если он движимый Духом Святым, то он обязательно будет благовествовать и обличать. Он скажет правду человеку в глаза мирскому, несмотря на его обиду, если он имеет Духа Божия в себе. А эти молчальники, которые молчат, значит, это не, они не движимые Духом Святым. Потому что Дух Святой не может молчать. Он для того и пришел в мир, чтобы обличать людей. Злые дела людей. Вопрос сразу в студию. Вячеслав, там, например, вот ты не молчишь, ты говоришь священникам об их, вот куда ты ходишь, об их, ну, нечестии. Или ты молчишь, чтобы как бы сохранить с ними отношения, там, и так далее, причащаться, там, и так далее. Вот. Какой у тебя опыт? Как, где золотую середину взять? Я так скажу. Я стою в храме, и у меня, ну, молюсь, и стараюсь как бы отключаться, чтобы вот я в храме постоял, но не могу, допустим, да. И прям у меня набирается, и я прям готов уже сказать, я думаю, сейчас пойду и скажу. Но вот, чтобы прям так все высказать сразу, у меня так не, я просто, когда уже подхожу, у меня уже этого нету, и, как правило, я какую-то малую часть затрагиваю, то есть, по краю там беру и начинаю подходить и говорить по поводу людей, которые заходят в храм, ну, не в том виде, или там вот о таких вещах. Как бы на вперед я планирую уже больше общения, когда начать уже все остальное делать. Ну, как бы помаленьку я делаю всегда. Сразу за раз я это не выкладываю. И как бы, хотя я, в принципе, когда стою, я как будто у меня наполняюсь прям, я готов это все сделать. Но когда уже конец, там как-то так устроена служба, что ты конец, и люди пошли, потом он идет, то есть крест целуешь, и ты успеваешь только малую часть какую-то сказать, когда крест, а потом уже, когда он, сразу уже идет этот панихида, на нее-то и вообще смысла нет там оставаться, и он там сразу куда-то бежит. И так вот полностью поговорить нормально по душам и вот это все сказать, но не получалось еще ни разу. Но вот по каким-то мелочам, по вот всяким делам, вот такие говорил, и он соглашался. Вот последний раз он согласился, говорю, смотрите, говорю, прихожане какие стали, говорю, вы скажите им, они детей, говорю, там детей носят, дети в штанах их, там, допустим, девочки, и юбки не то, что там выше колен, а прям невероятно выше колен, то есть прям под ягодицу. Они, говорю, с детства уже их так приучают, вы им скажите, пожалуйста, это же не дело, говорю, так делать. И он такой, да, ты все правильно, и ушел. Вот так и... Работы у него много. Может, занято. Еще у кого есть опыт, расскажите там, братья, сестры. Настолько он, ты не представляешь, когда я подхожу к нему и начинаю что-то говорить, у него настолько напряженный вид, что мне самому чуть-чуть страшно становится. Как будто он ждет, что сейчас что-то такое скажу. Так вы поддержите батюшку. Наоборот, надо его не чтобы, если он такой зажатый, значит, действительно он как загнанный конь. Вы я и говорю, поэтому я прям я не решаю. Скажите, батюшка, давайте организуем там какое-то там, например, там чаепитие, соберем там это, поговорим в спокойной обстановке. Понятно, что если у него там какие-то требы, надо бежать туда-сюда, так ему и некогда там вас выслушать. Он там может и не до конца понял, что ты сказал, там быстро пробежал и все. Как-то надо, если у вас есть там, вот у нас, допустим, там есть и школа, и катехизаторские курсы, и там, ну, не всегда можно на службе сказать, а можно прийти в отдельное время и сказать. А я получила запрещение говорить от батюшки. Но я ответила, я говорю, кого нам слушать нужно, человеков или Бога? Но он согласился, что Бога.
Ну тут надо смотреть. Надо смотреть. Смотреть, вот что ты там боишься сказать, почему, или что, вовремя, когда сказать, это тоже надо делать грамотно. Потому что, ну, явно, допустим, пули летят, к примеру, ты сидишь, и вылезать под пули, тебя голову под пули вытаскивать, чтобы тебя тоже неправильно. Надо тут оценить, надо с молитвой подходить, надо как-то просить, и как правильно подойти, сказать так. Потому что можно сказать так, что и... А можно сказать, что и начать... А можно сказать действительно так, он согласится, но ничего делать не будет. Тогда вот есть смысл уже идти такой на рожон. Ну, допустим, у нас торговля есть, да, в храме, но у нас все есть основания для того, чтобы ее не было, потому что есть еще около храма, за оградой, старый храм, старый маленький храм, и в нем можно сделать торговлю, пожалуй, там никакой службы никогда нету, то есть там все уже закрыто все, там библиотека сейчас, их как бы прихрамовая. Это все за оградой. И вот я по этому вопросу однозначно буду прям ему говорить это постоянно, чтобы он там открыл эту лавку свою церковную. Но у них какой-то страх вот на уровне как бы животного, такой предчувственный страх, он как-то вот прям видно. Он как-то не даст. То есть там, знаешь, как Штирлиц надо быть, чтобы туда проникнуть, чтобы тебе, допустим, какой-то, чтобы что-то... Потому что там, ну, либо ты сразу говоришь, все, выдаешь, и все. Тогда однозначно у тебя как бы все, ты для него закрытый становишься больше. Либо я пока... Они просто боятся епископов. Вячеслав, ты им всегда говори, участь боязливых в озере Вогненное. Напиши на бумажке и дай им на память, чтобы они не боялись своих епископов. И просто у них же семья, да, много детей. Их просто лишат сана или куда-нибудь отправят вообще в какую-то глухомань. И все. И они этого больше всего боятся. Они же за что живут? За счет прихожан. Если священник он не работает, у него какого-то дохода нет, никакой прибыли, он от этого только имеет заработок. Надо просто ему говорить, учишь же боязливых в озере. Так, нет, ну тут надо и заповеди блаженства тоже вспомнить, как бы вот сказать, что вот зачем мы поем каждую литургию, там, блаженны изгнанные правды ради и так далее. Вот это вот, зачем это все? То есть вот эти вот базовые вещи затрагивать с ним, рассуждать о них. Велика ваша награда на небесах, когда вас гонит за имя мое. Синдром падшего демона, вот это тоже видно, что уже есть. Беспокаянность вот такая, что вот человек уже не может, не видит вот такие грехи. И вот священник очень это развито. Вот этот синдром падшего демона. Многие грехи уже как бы... Ну прям ты как будто я прям смотрю, ты видишь, что ну, это настолько далеко до него вот это все, что ты ему если скажешь, настолько для него это далеко. Как будто вообще это с другой, ты как с луны свалился. Но вот Им нужна помощь представьте, в тоже. обличении. Дьявол не дает ему, он же держит их в своей руке, в темнице он держит их. Им нужна помощь, им нужна поддержка, чтобы кто-то их вытащил из этого греха. То есть он один сам не сможет, ему нужна поддержка, несколько человек, настоящих верующих. Иоанн Златоуст, он же не сам ходил всюду. У него были молитвенники, прихожане, и были духоносные братья, которые молились и были с ним. Также это священник. Просто дьявол его держит этим грехом, и все. Особенно с этой симонией беспокаянной. Да. Так, ну давайте продолжим, а то уже 40 минут. Мы восьмую главу никак закончить не можем. Сорок четвертый по 45 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. То не верите мне. Толкование. Сказал, вы не можете слушать слово мое, вместо не хотите. Потом приводит причину, по которой они не хотели слушать. То, что у них свой отец, именно дьявол. Хотя бы
Хотя вы безумны и приписываете себя в дети Богу, как отцу своему, но дела ваши свидетельствуют, что дьявол для вас есть отец более родной. Вы хотите исполнять похоть его. Не сказал дела, но похоти, показывая, что они очень склонны ко лжи и к убийству. Двум видам зла, кое весьма свойственны дьяволу. Он был человек-убийца от начала. Посему и вы, еще убить меня, уподобляетесь ему, убившему Адама. Он в истине не устоял, но есть отец лжи. И вы, когда лжете на меня и говорите, что я не от Бога, не стоите в истине и не пребывайте в слове моем. Вы дети его, породившего ложь. Ибо он и людям клеветал на Бога, когда говорил Еве, что он возбранил им древо познания добра и зла по зависти. Равный Богу клеветал на людей, например, на Иову, говоря, что Иову чтит Бога недаром. Когда он говорит ложь, говорит свое. Люди, когда лгут, пользуются как бы чужой ложью, а дьявол употребляет ложь как собственность. Лжи в собственном смысле, и отец лжи есть он сам. Он сказал Еве, в который день вкусите, будете как боги, Бытие 3.5. А они, Адам и Ева, получили смерть. А мне не верите, потому что я говорю истину. Не имей обвинить меня ни в чем ином, кроме истины. Вы за все самые восстаете против меня, как сына отца лжи. Как сыны отца лжи. То есть они, сыны, не имеют в чем обвинить, кроме... Да. Ну вот. Я уверен, что они, когда даже смотрели, лгали на него, они не знали, что они лгали. Ну, то есть, как бы... Потому что дьявол-то им рисовал-то картину такую правдивую. Они... Как, то есть, он им говорил, что вы лжете. Но, как бы, они это не понимали явно. Потому что вот этот гнев, вот эта зависть, она настолько, как вот как навой, как облако на человека. Человек это не понимает просто. Ему достаточно основания вот эти, он как бы движется. Люди особенно, они же там как бы авторитеты между собой. То есть как бы вместе все, как церковь такая. Они друг как бы поддерживают, и этот говорит так, тот говорит так. И как бы вот как истина воспринимается. Почему сегодня Слово Божие люди не слышат? А потому что вот этот есть стайный инстинкт, вот то, что стадно, вот это стайное сейчас большинство в церкви именно верят не Слову Божьему, а вот этим своим человеческим заповедям. И это как общее такое идет, и вот как с крещением даже, вот, ну, крещение, троекратное погружение должно быть, да. Но так как все там 90% так не крестят, то и все у всех ощущения внутренние, что это как бы, ну, раз все этим занимаются, то ничего плохого-то и нету. А Слово Божие там, допустим, так не говорит. А чтобы вот это слышать Слово Божие, надо быть, то есть вот эту славу человеческую не искать, вот, а не ориентироваться на человека, не надеяться на князей и сыны человеческие, а искать славу Божию, то есть искать истину в чистом смысле, независимо от мнений никаких людей, даже самых близких и самых авторитетных, там, патриархов и прочее. А Слово Божие выше всего, надо воспринимать как Слово личное Бога. То есть Бог Слово сказал. Допустим, я Слово сказал, какое-то. Ну, какое дело? Вот я сказал, допустим, там, попросил кого-то, да, там, уберись у меня дома завтра. Ну, и сказал я, и сказал. Ему там надо повторять будет много раз мне ему, чтобы он это сделал. Ну, потому что это мое, мое-то что слово, ничего не значит. А, допустим, президент, если скажет слово, то ему повторять не надо. У него слово уже запишут сразу же, и оно действует само по себе, это слово. И если человек это слово не выполняет, то как бы ответственность наступает. Но если Бог какое-то слово сказал, там даже черточка какая-то там какая-то стоит, просто запятая, то это ответственность вселенского уровня. То есть ее не надо, чтобы ее там об этом слове все кричали, там, чтобы... А то многие думают, что вот многие слова Божии, там, раз о них так не говорят много, значит, они не так уж и влияют, и, ну, как бы на суде ты так за них ответ не дашь. Нет, Слово Божие, оно так устроено. Проблема в том, что не все верят, что это Слово Божие. Просто некоторые думают, это просто мудрая книга какая-то. Вот мудрый человек какой-то написал. Вот в этом проблема. А мы, христиане, да, мы это воспринимаем как, что это дано, это Слово Божие, это Бог сказал, все, оно должно быть исполнено. А вот те, которые не верят, они, для них это... И это проблема, мы не можем это насадить. Причина неверия. Как вы думаете, какая причина, почему они не верят?
Потому что причина веры... Смотри, Вячеслав, ты говоришь, ну ладно, все. Вот здесь Иисус как раз-то и сказал причину. Вот мы вот читаем, почему не верят иудеи. Такая же причина, и почему не верят все остальные, на самом деле. Причина не в том, что они не верят, а потому что они не хотят верить именно. То есть затмила им глаза. То есть это положение вещей, в котором они находятся, в котором они умирают, их устраивает. То есть и поэтому все, что говорится, даже если Слово Божие это будет, они не поверят. Даже если будет голос с неба, не поверят. Потому что если бы они поверили, то голос с неба бы появился сразу же. Какая причина, как думаете? Я вот спрашивал двух священников, а уже вот разговор был. И буду с кем, вот у меня общение предстоит, я всегда им такой вопрос задаю. А как вы к вере пришли, батюшка? И вот эти два человека, они были рукоположены при Феодосии, вот еще предыдущем митрополите. Вот, и все банально произошло. Просто стоит в храме человек. Ну вот один говорит, сзади к нему подходит, под локоток берет его за руку и говорит ему такие слова, что ты мне, нам нужны люди в церкви, то есть нам нужны священники, подумай об этом. Ну так примерно вот такие, подумай об этом, как бы. Вот. А так совпало, что он тоже, вот этот человек, он Господа одновременно в этот момент молюши, Господи, что мне делать по жизни, я что-то там... Не удовлетворяет моя работа, ну, то есть, как бы путь искал. И вот как раз владыка подошел, все, понимаешь? И вот это как ключевой момент он рассказывает. Ну, потом его буквально там вскоре уже рукоположили диакон, священник и так далее. То есть, вот, о Писании, там, о встрече со Христом не было. Ни у того, ни у другого ничего не рассказали они. Просто какие-то вот такие ощущения, какие-то такие, что да, что Бог есть, там, все такое. Вот. То есть Писание, ну, абсолютно как бы не играет первоначальной роли Слова Божия вот в их судьбе, в их пастырской там вот это все деятельности. Такие вот они рассказы рассказывали. Ну да, основания нету. Вот же в Бога так почему не верят? Потому что развратились и наделали гнусные дела. Грех не дает верить в Бога. Что, понятно же дело. То есть человек мертвый. Пока его Иисус не воскресит, он ничего не сделает. Но захотеть он все равно должен. Без захотения никак ничего не будет. То есть они не научены абсолютно, ну, Писанием, понимаешь? Я говорю, а как вы Писание, ну, вот как у вас в жизни, вы Писание читаете, там, исследуете? Он говорит, да некогда, говорит. Некогда, все тут дела, некогда. Ну, вот это понимаешь? Пыль, дым вот этот, потом затмевает голову, и Писание становится абсолютно недоступным. Бог дал человеку свободную волю, и человек вправе что выбрать. Если ему некогда, значит, он выбирает свое некогда. Ему не нужно Писание и Слово Божье. Значит, он и не верит в пришествие Иисуса Христа. Он обманывает сам себя, он лжец. Что Христос придет и будет его судить. Ну вот такие учителя у нас, как бы, и они все похожи один на другого. Я уверен. И вот я буду дальше, ну, с кем общаться, буду такие вопросы задавать. Ну, посмотрим, буду рассказывать, Бог даст там, как что. Ну, примерно вот такая картина. Я с тобой согласен, Наталья. То есть епископ их абсолютно, ну, ничему не научил. А более того, одному он так и сказал, что когда он, в тот день, когда он был рукоположен, епископ ему говорит, митрополит, что ну все, говорит, дорогой ты мой, сейчас я с тебя не слезу, пока из тебя, ну, как бы всю кровь из тебя не выпью. Ну, вот такой примерно смысл. Понимаете? Вот. И потом манипуляции начались, он кое-что рассказал, как он ими манипулирует, просто как, я не знаю. Они действительно как вот, как,
на поводке у него сразу становится, и он с ними что хочет, то и делает. Рабы, настоящие рабы, и такие жесткое такое рабовладение получается. Священники сами об этом рассказывают. Надо быть как маленьким ребенком, надоедать им. Мозолить им, мозолить, пока не скажут, слушай, за то, что ты мозолишь каждый день, мне говоришь, ради тебя я сделаю это. Притча же есть такая. А иудеи, сионисты говорят, вот это состояние церкви, которое есть сейчас в христианстве, это называется христианская тьма, там, где нет основы священного писания и не построено по священному писанию. Нету проповеди. Чтобы обращающий, нету ее и призывающий. Вот это и есть христианская тьма у нас. Если батюшка начнет там слишком уже там рассказывать про Христа, сразу его в протестанты запишут. Может, из-за этого еще боятся. Апостол Павел кем он был? Он что, освящал водоемы, что ли? Проводил канонизации, мощи освящал? Тимофей, поэтому и говорят церкви. Вот так, поэтому и говорят, поэтому и проповеди общие, в общем, все в общем, потому что боятся что-то личное сказать такое, потому что сразу скажут, принять Христа как личного спасителя, протестанты, все. Там вот мы же знаем Степан. Все хорошо. Ну давай, Наташа, скажу. Мы знаем все хорошо, что такое учение главенствующее сейчас у епископов, у священников. Причащайся, это, в нем вся спасение в причастии. Но жизнь так у нас, ну так они, но поставили они так жизнь, вот эту вот регулярную христианскую жизнь, литургическую, не знаю, что базовые, когда, ну, то есть человек в смертных грехах буквально пребывает практически, ну, можно сказать, ну, большинство. Вот, и как раз вот это вот частое причастие, оно и заколает человека. То есть как какой-то такой коварный, дьявольский какой-то план, то пускай ко причастию идут, но в смертных грехах, тем самым заколают себя. Как-то так. У нас же церковь апостольская. Надо говорить священникам, почему вы не делаете дела апостолов, почему вы не проповедуете, не несете миссию апостолов. Иначе у нас церковь не апостольская получается, а поповская. И вера тоже такая же, поповская. Монашеская у нас вера. Поповская. Монахи — это те же попы, просто без жены. Да, сейчас так далеко все ушло, что... Действительно, это вызывает просто шок, однозначно. Сразу же клеймо протестант. Ну и это значит, таким надо и ходить клеймом. И хорошо. Это хороший признак. Тогда, когда я у Головина был, я там стал говорить про рождение свыше, про то, что рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. А он там рассказывал, говорит о том, что надо... Мы постоянно, наша доля, говорит, сегодня, это только каяться. И я им вот в ответ сказал про вот это место, Писание. И говорю, ну вот у меня, как я прошло, я просто обратился от грехов, с тех старых, и все. То есть, что мне в них каяться-то? Я в них уже все, раскаялся. И больше они мне даже не приходили в голову. То есть, все отошло. Но он говорит, это, говорит, ты как баптист говоришь. Ну, это я потом говорил Игнату Тихоновичу, и он говорит, что это наоборот, как знак качества. Ну, то есть, хорошо, когда так тебе скажут. Владимир Головин, он говорит, и в основном другие священники, вот каяться, это первая стадия оглашения. То есть, человек покаялся, крестился и вошел в церковь, все, что ему там постоянно, вот каяться, покаяние, вот это вот. Ты покаялся, все. Если ты рожден от Бога, то ты не делаешь греха осознанно. Вот Феофилак Болгарский об этом и говорит, о рождении свыше, вот в первом послании Иоанна, он это все разжевывает. У меня такое ощущение, что Владимир Головин никогда не читал
толкование на послания апостольские, потому что у него такие ответы, противоречащие Слову Божию. Он толкование Священного Писания не знает. Я его сколько раз прослушиваю, но он говорит что-то, где-то что-то ухватил, наверное. Может, он и слушает Игнатия Тихона, что-то там у него услышит и как бы это приправливает немножко солью Ветхого Завета, там Нового Завета. Он цитирует стих из Писания, а толкование-то правильно, как оно понимается, он не знает. Ну, мне кажется, просто он для новоначальных, для вот таких, которые только-только приходят, это стадия и ничего не понимают. А уже Игнатий Тихонович уже для, как это, не для, уже для более. Вот Головин, он мастер обращать именно людей от неверия в церковность. Вот эту, Простыми словами он так умеет. Молитву. Он то есть молиться, вот он, что он может, хорошо, это вот молиться заставить человека. Вот что человек, даже неверующий, начнет молиться. Вот это у него дар мощный. Он вот в этом работает, но дальше он не идет. Он не идет дальше. То есть вот он, они там все на этом застыли, на уровне молитвы. Они там, все это у них поездка по святым местам и молитвы, все, дальше ничего не идет. И я им когда говорил, что надо организовывать по Библии занятия, постоянно вокруг этого основывать, и он говорил, что ну вот мы там какого-то священника тоже пригласили, у нас какие-то занятия, но все в основе у них только акафисты и прочее. То есть вот на вот этом уровне, в котором болезни самой всей церкви, вот этот он уровень хорошо проповедует. Но дальше не пошел. Да, вы знаете, что многие же люди вопросов не ищут. Много. Извини, вопросов много на самом деле, и Головин, если вот так говорить по существу, да, то он там, о каких вещах они молятся, я посмотрел там в группе его ВКонтакте, в основном земные какие-то вещи, штучки, там, сдать экзамен там туда-сюда, вот, ну и то, что Симония, то, что он всех их там Симонами-волхвами, можно так сказать, образно делает, даже не образно, а буквально. То есть, ну что это такое? Не знаю. Профанация полная. Ну, вы знаете, мне кажется, еще вот люди же многие ищут чего? Ищут житейского там. Выйти замуж там, чтобы работы получить, чтобы... Они смотрят, они ищут, все. Они получили все, им хорошо. И не идут дальше. Ну, вот об этом и речь. Там, там о земном только прошение. Да. Ну, там то же самое, что и в церквях. Там ничего другого нету. Там вот все то же самое, что во всех церквях. То есть, и там также среди них, кто ничего земного не просит, такие есть, их мало, как всегда. И те, вот, которые пришли, ничего не понимают, ничего не знают, но уже любовь Божию, они, как считают, познали. То есть страха ничего нету. Ну вот, как Игнатий Бричанинов говорит, что если, говорит, страха нету, а ты говоришь о любви Божией, то тебе надо, говорит, все сначала начинать. Знаете, я с чего начинаю беседу тоже? И с простыми людьми. Я говорю, скажи, пожалуйста, во сколько ты оцениваешь благодать? Сколько она стоит? Все такие в ступор. Да не, ну а как ее можно оценить? Она бесценна. Понимаешь, вот с этого. Ну и потом к Малахии там, к истории с Симоном Волхвом, к торговле и так далее, вот это все затрагиваешь. И для многих это, конечно, как откровение. Ну, для нас и самих тоже это было. То есть первый раз они узнают об этом. Тут священник даже так сказал. Слушай, для меня это новая информация, мне надо ее переварить. Не могу сейчас тебе ответить конкретно по твоему вопросу. Вот так вот. Отошел. Вот Исаак Сирин хорошо говорит о такой молитве, которую говорит Владимир Головин. Вот человек, который просит себе жену, детей, всего земного, он называет это своей притчей. Вот люди Востока, они притчами говорят, гноем. Гной – это то, что здесь все сгниет и сгорит. То есть духовного они не просят. Дети, они же, если ты просишь у Бога детей, то ты должен, ты понимаешь свою ответственность, ты должен их привести к Богу, к Царствию Божию. Для этого тебе дает дитя, не то, что тешится, что он там маленький такой, хорошенький, а потом вырастет безбожный гаденыш. И также и жена. Будет такая же жена, как у Иова, неверующая хулить Бога. И, ну и как ты будешь такой женой жить?
То есть просят даже жену, детей, но не просят для Царствия Божия, чтобы спасались вместе, чтобы служили Богу, призывали имя Господня в Духе Святом с любовью, чтобы имели добрые дела. Там вера такой контингент. Вот это гной. Исаак Сирин говорит, это молитва. Ну, чисто гнойная. По-человечески их можно понять. По-человечески. Да, это человеческое, да? Это все. Вот у меня есть много знакомых, горит. У которых, допустим, нет детей. Их такие хорошие, православные, верующие. И вот знаешь, какая это такая трагедия, это такая-то вот у меня одна подружка. Она говорит, она постоянно, когда мы все встречаемся, она только об этом и говорит. Стой. Чисто вот, понимаешь, вот как Бог смотрит тоже, он понимает этих людей. Это чисто, ну, чисто это... по-человечески. Это тоже надо жалость иметь к таким, знаешь. А у кого-то там, допустим, там бьет муж каждый день ее, и она там, не знает тоже, что делать там. А у кого-то еще там что-то, знаешь, сын там наркоман. Это понятно, и люди обращаются, и Бог отвечает. Это тоже не надо это так, типа, уже все, гной. Тоже, мне кажется, надо с пониманием относиться к этому. Но почему она не убивается о рождении свыше? Если бы она родилась бы свыше, то она бы не просила бы такой молитвы. Ну, Наташа, так. Ты же не тоже, мы же не ангелы бесплотные, мы же люди. Нам тоже надо кушать что-то, да? Чтобы прожить там. Нам надо дом какой-то. Вот вы почитаете сестры, просто разговор. Мы-то сейчас говорим как бы об истоках учения, о вот этом чистом учении, как апостол нам преподнесли. Мы же сюда возвращаемся и сравниваем, что сейчас. Это понятно, по-человечески можно все понять, но простите меня. Мы-то вот говорим об идеале о Христовом, об истоках. Вот. Зачем нам вот это понимать там и не понимать? Причина в том, что ложь, везде все перевернуто, понимаете? Что, Эфсуи, что ли, сказал, еще раз повторю, вот так вдумайтесь, что сказал апостол Петр за вот эту Симону. С деньгами пришел, он, дай мне дар Божий за деньги. Что он ему сказал, какие страшные слова он сказал? И мы вот уже привыкли к этому, мы даже не обращаем внимания, что все за деньги, вся молитва за деньги, там, все остальные таинства за деньги. И как к этому относиться? Или уже все, уже то не работает, новое теперь сейчас учение, благодатное, также благодать нисходит на Симона, там, Волхва и так далее. Ну смотрите, тут важно то вот что понять-то, вот в этом, с детьми, да? Так это искусственно все навязано. Вот то, что отец, ну, допустим, муж, жена, да, и то, что обязательно у тебя должны быть дети, обязательно, и это какая-то трагедия, если их нет, это искусственно навязал мир. Это мирское понятие чисто. Сейчас такого, ну, как бы, и правильно Игнатий Тихонович. Вячеслав, ты мужчина, ты этого не поймешь. Ты у меня все, я понимаю, я в такой семье нахожусь. Душу женщин. Мужчина никогда, даже если он там будет думать что-то, он никогда не скажет. Это а плотское. Женщина, она более эмоциональная, понимаешь? Это плотское все, я же говорю. Это все плотское, это не от Бога вообще. Мы же плотские тоже. Мы дух и плоть. Человек это не только дух, но это и плоть. Нет, поэтому нет. И сложно. Понятно, что в идеале должно быть так. Не перебивай. Я не договорил. Здесь же все просто, если мы христиане, то мы говорим как христиане, то тут такого нету вопроса, он не стоит просто даже напросто. Если Бог не дает детей, это надо, значит, строго понимать, как его волю, то есть как самое, что только есть для тебя лучшее на данный момент. Значит, ты должен идти благовествовать других детей себе находить, духовных там или... Это понятно. Если она говорит постоянно, если она православная еще считает, и постоянно только о детях, как самой большой трагедии, она не православная, она не христианка. То есть до нее христианство еще не дошло однозначно. И я знаю это почему. Но у нас с женой тоже такая же ситуация абсолютно. И точно так же, ну, я скажу честно, я никогда так, я на волю Божию полагался, у меня не было такого, что я. Но жена у меня тоже прямо от этого плакала, страдала. Но пока мы с Библией не познакомились, не встретились с Игнатием Тихоновичем и вот с братьями и сестрами, которые подсказали, они сказали, а что это искусственная проблема? Что это вы, они, ну... Нет такой проблемы, это она искусственная. Апостол Павел вообще говорит, что типа мне вас жаль. То есть, а что вы, говорит, страдаете? Это вам мир, ну это мирское просто навязано. Сейчас дети, это, ну сколько их погибает? Ты за каждого ребенка отвечать будешь?
Если Бог не дает, ну и не дает, слава Богу. Это надо благодарить. А вот у тех, которые у Головина, понятно, к нему приходят все вообще не христиане, вообще никак нигде. И как бы так вот рассчитать, что типа, ну вот оно молиться начнет, и Бог им даст, и вот они тогда уверуют. Я как бы тоже так размышлял. Ну да, они уверуют, но если там вот их постоянно обучать, то есть Библию после вот, ну, вот это все вместе, ну там ничего на этом, там все на этом встанет. Они останутся такими же, как все прихожане в храмах, то есть ничего у них там лучше не становится. Но Бог-то ведет своим путем, понятно. Но вот с точки зрения, как подается, в итоге, ну, очень глупый. Ну, вот действительно, общаешься там, ну, очень глупый. Все на уровне акафистов так и остается. И очень глупый человек становится, когда он не изучает Библию. Очень глупый. Ну, а понятно, ну мы все равно молимся, допустим, чтобы Божья воля была, к примеру, на том, что Божья воля. А так и акафисты там всякие читали. Ну, у меня, честно, сколько акафистов там, и жена читала, у меня прям не поднимался. Я не мог подняться на такой акафист. Просто не мог. Меня через силу я на этот акафист поднимался, чтобы вот там вот это... И, ну, и потом, когда я, ну, как бы, мне уже Игнат Тихонович подсказал, и вот, и Наталья, и прочее, у меня как освобождение произошло, я понял, что, ну, я сам себя, мы сами себя загоняем в ненужные для нас вещи, то есть, как вот бывает, человеку нужна какая-то новая машина, обязательно новая, он сам себя загнал в это, и не может от этого освободиться, так же с детьми. Можно я скажу? У меня тоже была такая же история с этими акафистами. Когда я первый раз вообще это вообще увидела, я подумала, что это какая-то глупость. Вообще просто глупость. Такого не бывает. Но мы же, наверное, женщины все хотим, наверное, что-то попробовать. Я решила попробовать. Тогда на тот момент моему ребенку было, ну, может, года три. У меня очень кружилась голова. У меня, видимо, после родов и по моим семейным обстоятельствам я их, на меня такой шквал напал, что я просто не знала, что делать. И когда я прочитала этот акафист, я поняла, что у меня голова перестала кружиться. Я что обратила? Я подумала, да пофиг, думаю, буду читать даже просто так, потому что мне встает от этого лучше. И вот благодаря, наверное, вот этим акафистам я могу держаться. Ну вот как бы не то, что держаться, а как-то легче встает. Ну, конечно, там Евангелие начинаешь читать. Но основное я заметила, что мне это полегчало от акафиста. Потому что у меня были такие проблемы. Просто какой-то вот был вот тазик на меня одели, я не могла его разгребсти. Вот, может, у каждого по-своему. Конечно, мне акафисты в чем-то они мне не помогли. Это хорошо, акафисту разве запрещено акафист читать в православной церкви? Да нет, нет, все есть такое, есть. Это... Все, читайте, хоть целый день можно читать, никто же не запрещает. Евангелие, акафисты, и каноны, и все, можно читать, можно... Это же не запрещено. Да ну нет, да. Все хорошо, это молитва, молитва. Ну да, это же молитва, все по-православному, все там это, все же там выверено, там писали монахи, которые там, все догматы выверены, там ничего, можно читать. Конечно, лишь бы не стать быть, не, лишь бы не зациклиться на этом, вот как правильно говорит Вячеслав, на самом деле на этом не надо циклиться, здесь можно зациклиться, нужно вовремя, наверное, просто отойти от этого. Ну вот, не знаю. Но мне на первых порах, конечно, мне очень помог акафист. Вот, честно сказать, очень. Вот просто извините. Спасибо. Нет, все правильно. Смотри, ну, говори, говори. Я правильно понимаю, вот, Вячеслав, что, ну вот, если ты, мы же постоянно, мы же к совершенствованию призваны, да? Постоянно расти и совершенствоваться, улучшаться и так далее. И в такой жизни, да, в духовной тем паче. И если ты остановился, то остановка там ненадолго. Не можешь постоянно на одном месте. И тебя будет отбрасывать обратно. Так, ну, то есть и в духовной жизни, вот, во всех вот этих планах, да. Это же все есть. То есть если мы, да, ну, вот псалмы, ой, эти акафисты и так далее, это какой-то период такой, ну, начальный, может, где-то. И ты дальше... Иди, развивайся, совершенствуйся, углубляйся
в исследовании Писания и так далее, и так далее. А если нет, то останавливаешься на этом уровне, на одном, то тебя будет постепенно, незаметно для тебя отбрасывать будешь как-то, ну, в прелесть, что ли, впадать, или в ложь какую-то, не знаю, как это сказать. Правильно я понимаю? Для того же и дается благодать вот в этих и в молитвах, и для начинающих. Человек еще ничего не знает. Я помню, как в храм ты приходил первые дни. Ничего я вообще не знал. Вообще ничего. Какую-то молитву прочитаешь, такая благодать. Это божественное однозначно. Ни о ком грехе даже не думаешь, как ангел там стоишь, как в раю. А потом уходит же этого. А почему уходит? Чтобы Бог так делает, чтобы ты дальше двигался. Чтоб ты дальше там искал, чтоб ты на этом не стоял. А все время хочется на этом остаться, и все. И вот как этот апостол Петр сказал, как нам здесь хорошо, создадим трекущий. И так же и в акафистах, то есть ты все начала читать, тебе легче, все это Господь дает, чтоб ты дальше двигался. А потом отходит у тебя, то есть уже раз встаешь, уже нет этого и нет. Это значит, просто дальше надо идти. Дальше, дальше, Бог так сам направляет, учит. А искусственно вот нас вот загоняют, дьявол, и вот через там вот священников нерадивых, и там людей всяких, чтобы вот мы встали на это, там, вот только богослужение, и все, исповедь, причастие, все, на этом замкнулись. Надо понимать, что на каждом шаге дьявол тоже поджидает. Он везде знает, как завалить. Он за 2000 лет имеет огромный опыт, как человека завалить. И это один из такой путь заваления, это вот именно человека зашкварить вот в этом, на дном, зациклить, чтобы человек дальше не шел. А человек почувствовал, допустим, от молитвы благодать, ну, поездил там, от мощей благодать почувствовал. Но Бог это-то ведет через это. Ну, это не значит, что ты постоянно должен это делать. Он ведет просто через это. Допустим, татарин там не верует во Христа. Они там к Матронушке обратились. Вот я таких знаю людей, ни одного. Матроны мощи приезжали, они помолились, все, у них дети появились. Детей кто дает? Дьявол? Бог дает, правильно. То есть это Бог им открыл. Для чего? Для того, чтобы они Христа приняли. Но они остались, они теперь просто уважают, ну, как бы, церковь, но как бы не принимают. Ну, кто-то крестился, к примеру, да, а кто-то так и остался. А тут уже виноваты те, кто внутри, когда они не проповедовал им, то есть им не заразил их дальше, чтобы они пошли. Оставил вот их на том месте. И вот почему Игнатий Тихонович и говорит, обвиняет архиереев, священника, говорит, то вы, это вы виноваты, вы потому что оставляете людей вот на этом месте, вот на этом низком самом. А надо дальше идти. 2000 лет, я имею в виду, вот если христианство, то есть вот уже опыт с христианами, как бороться. А вот это, кстати, хорошее, да, вот это Андрея Ткачева. Проповедь. Тоже я ее слушал. Абсолютно правильно тут он говорит. Изучение Библии, то есть Слова Божьего, и свою волю полностью заменить на Слово Божие, то есть подчинить ее. Вот следующая цель какая. А зачем это делать, Вячеслав? Что именно? Подчинить свою волю? Ну, да, да, да. Зачем? Что это даст? Ну, вот это, по крайней мере, даст то, что каждый человек ищет. Чистую совесть. Ну как, это даст спасение, без этого невозможно. Но и вот даже человек, тот, кто ищет земного счастья, только при этом может его получить. Вот только в этом случае он получит земное счастье. Когда он подчинит свою волю... воле Божией. Вот даже земное счастье же, его же нету, кроме как здесь, то есть такого. Люди-то идут, и они ищут земного счастья, но на самом деле оно в этом только и скрывается. Вот Игнатий Тихонович, ну, он же чем многих всех заражает? Но он просто счастлив, живет то, что делает, то, что любит именно, а любит он именно Слово Божие и дела Божии. И он это и делает. И это у него земное счастье есть, и небесное к нему готово это счастье. Это если я имею в виду размышлять вот по категориям вот тех людей, которые вот приходят там к Головину и прочее. Да на самом деле это все ищут. Что размышлять? Мы все как бы одинаковые в этих стремлениях. То есть счастье, да, радость там, да. И еще вот эти слова «Царствие небесное» внутри вас есть.
тоже, когда в них начинаешь как бы, ну, размышлять об этом, то есть не где-то там, я не знаю где, а именно внутри тебя. И оно раскрывается, видимо, от, когда ты вот, как ты говоришь, волю подчиняешь воле Божией. Оно расцветает внутри у человека. Ну вот, это стяжание Духа Святого. Это же, вот мне понравилось, как Игнат Тихонович показывает себе, говорит, вот пять пальцев, вот это типа, это я всякий. То есть вот это я люблю поспать, это моя гордость, там этот, мои привычки, это там еще всякое, любовь, там привязанность к ближнему, там к его мнению. И вот это пять. А Святой Дух, он не может проходить, ему нужно, чтобы все это склонилось, чтобы ничего этого не было. То есть мы должны все вот это, отвернуться себя, вот это все склонить, и тогда Святой Дух спокойно витает, ну, то есть и управляет нами. И когда он нами управляет, то есть мы находимся в счастье в этот момент. Мы конкретно счастье у нас. А когда вот это свое я, он не может действовать. Там вот тут боязнь, страх перед тем, как что тебе скажет архиерей. То есть Святой Дух идет, и он не может просто проходить. Ему это зачем? Он не идет, когда тут всякие, тут куча я. А когда это все склонено, все, он действует. Опять вспомнил слова в связи с этим Иоакима Пара. Он так убедительно говорил, что, ну, когда приезжал в Россию, это было несколько лет назад, что я глубоко уверен, на 100% уверен, что Евангелие осуществить в жизни можно только в христианской общине. Ну вот другими словами, вот о чем ты сейчас и говоришь, мы говорим, как бы осуществить. И мне Володя постоянно тоже, вот он примеры приводит, Володя Пащенко, как вот это происходит в общине, как вот это возрастание во Христе именно в общине. Община помогает, ну вот община, понятно, вот настоящая. Понятно, она состоит из грешников, кающихся, стремящихся к спасению, к совершенству, но именно она основана на Слове Божьем. И это действительно истинная община христианская. Слава Богу, что мы видим какие-то примеры, пускай издалека, пускай соприкасаемся с ними там изредка, когда приезжаем там, да, например, туда к ним. Аминь, спаси Христос. Да, и вот смотри, Наталья правильно тут писала, трубя чтением долгих молитв, вы не даете места ответить на Богу на вашу молитву. Так как вы вычитываете молитву, вы не общаетесь с Богом. Но это правильно. Да еще и просто бывает, что ты бежишь просто, даже можешь какой-то по жизни, и Богу не даешь ответить. То есть ты даже молишься часто там и прочее. Вот у меня было так, что-то, ну прям много-много-много дел. И здесь, и там, и пятое, и десятое. И какой-то вопрос есть от Бога, ну то есть Богу, то есть вот что, как сделать, поступить в такой-то ситуации. И молишься, просишь, и нет ответа. А мне стоило что-то остановиться, я прилег на 5 минут, успокоил мысли свои. Раз успокоил, раз ответ пришел сразу же. То есть не то, что ответ, ты сразу увидел, у тебя там покой наступил, ты увидел просто, раз увидел это. И надо всегда, да, помолиться, и вот поэтому дать Богу ответить. Успокоить все душевные свои чувства. Так раз, и получишь ответ. Бывает часто просто ты его не видишь, потому что в суете. И если ты там теребишь эти молитвы постоянно, но сам себя-то внутри не слышишь, внутри нет покоя, то и не слышишь слово, волю Божию не слышишь. И даже читаешь Писание и не видишь, что там читаешь-то. Надо в покой приходить душевный. Да, через чтение Писания. Это вообще, я считаю, самый высший уровень вот этого. Когда ты еще помнишь Писание, многие места, тебе Писание места всплывают. Да. Вот посидеть 10-15 минут, помолчать в тишине. Очень надо, каждый день это надо. Это всегда себе. Вот у меня этого, сейчас я это раньше было, а сейчас редко. Но когда это есть, ну думаешь, ну как хорошо.
порой в лес ходить надо. Вот Игнат Тихонович, он же он это использует постоянно. Он к голубям походит там своим. То есть он для души делает какие-то дела постоянно. К голубям сходил, там помолился, там постоял, подумал. Отдушина должна быть какая-то. Нельзя так себя загонять. И особенно если житейскими делами себя нельзя загонять вот так. Надо отойти в лески, в лесок, походить. Богу поговорить с Богом. Прям пообщаться, как вот сказать, успокоить все. И там многие веста, в душе много чего на место становится. Много открывается, думаешь, а вот здесь не так сказал. Здесь, оказывается, не открыто, прогневался, там, сказал неправильно. А здесь вот правильно, наоборот. А здесь думаешь, зря беспокоился, а увидишь, что зря беспокоился. Покой души наступает, и все это видно становится. Вот я вот скидывался. Я вот скидывал сейчас, тут, может, кто прочитал, как раз Иоанн Златоуст и говорит вот об этом. Сейчас. Сейчас посмотрим. Вот он и говорит, что... Так. Вот. Если он, то есть, не случается ли тебе видеть, что из телесных глаз, когда они долго побудут в дыму, текут слезы, а на свежем воздухе, на лугах, при источниках и в садах они делаются острее и здоровее. То же бывает и со зрением душевным. Если оно обращено на луг духовных писаний, то делается чистым, ясным, проницательным, так что может видеть наветы бесовские. А если остается в дыму житейских попечений, непрестанно будет испускать слезы, плакать всем и будущем веке. Вот действительно, ну, я прям чувствую, как у меня душа плачет иногда от того, что вот ты в житейских попечениях погибаешь. Ну, как бы ты в них постоянно не можешь от них освободиться. И душа плакать начинает, чего-то ей, ну, не хватает. Писание начинаешь читать, и утешение сразу идет. Думаешь, вот она истина. И вот посходить, погулять, взять, да, Писание с собой. Вот я никогда так не делал, не уходил в лес с Писанием. Вот это надо делать, мне кажется. Потому что вот сейчас, ну просто много дел. А вот сейчас мы общаемся, и никогда так не было, что уделяешь на дело Божие, а потом об этом жалеешь. Но многократно было, что когда уделяешь на дела житейские, вопреки делу Божьему, то после всегда жалеешь. Всегда, в 100% случаев. А когда на дело Божие, никогда не жалеешь. Ни разу еще такого не было. Да, но у некоторых людей отговорки. Мы работаем. Это хорошо там. Мы работаем. И все. И невозможно к такому человеку достучаться. Потому что, у меня работа там в церковь. Ой, я не могу, я такая усталая. Все, и люди, наверное, за этой мишурой прячутся. Именно. Это все, на самом деле, уже любят они эту мишуру. Она там дьявол держит в ней, чтобы человек не мог обратиться никак. Аминь. Хотел сказать о подкаблучниках. Вот. Это особенно суета, вот это плотское, житейское, оно свойственно женщинам больше. Вот. Но они сейчас рулят в семьях. Вот, и они как бы вольно-невольно заставляют вот мужика вот эту в суету больше и больше погружаться. И это и касается священников тоже в первую очередь. Ну вот вчера, к примеру, я невольно соврал. Ну как невольно? Ну, как бы я не планировал это делать. Просто раз я уже сказал неправду, а потом уже все, плачь только. То есть так был мне задан вопрос, и я ответил, а потом смотрю, так я соврал. Я соврал, притом я так прям почувствовал, как это было сделано как бы со мной несознательно вообще. Ну как будто при тебе прям бес в рот проник, такой у тебя какой-то... Меня спросили, и я так ответил, так лукаво как-то. Какая, знаешь,
Такое умопомешательство на секунду произошло, я прям потом анализировал, на секунду какой-то страх появился, что сейчас что-то, если так скажу, он подумает что-то по-другому, и мгновенно у меня вышла ложь изо рта. Неправда. И все, и я дальше смотрел, все изменилось сразу. Я пошел, ну, Бога молить, просить прощения, что я сказал неправду. Но уже по-другому все стало. Вдруг я стал смотреть, у меня какой-то страх стал появляться сразу же. То есть, что обо мне подумают, у меня мысли сразу появились. То есть, что я скажу, как обо мне подумает что-то кто-то, как взгляды каких-то людей стал ловить. То есть, благодать отошла. Ложь любая, малейшая. Надо вот не допускать даже малейшей лжи. И думаешь, ну ничего себе, так жалко это потом становится. Вот. Следить, насколько за собой приходится. Потому что, ну, есть же привычки какие-то старые и прочее. И потом, ну, очень горько, прям горько-горько. Совесть нечистая, и уже ты не можешь и благовествовать нормально. Все, тебя как это, подкосило, все, тебя срубило сразу же. И приходится дома и плакать у Бога, ну, просить прощения. Однозначно, чтобы это. И потом только возвращается, когда и Писание начинаешь опять читать и прочее. И, а сколько так бывает, согрешаешь-то в жизни? Поэтому надо очень четко следить за собой, чтобы нигде не споткнуться. Вот именно в чем и проявляется благодать Божия, что ты не становишься независимым от того, что вокруг тебя происходит. В семье, на работе. Тебя это не интересует, ты с Богом общаешься, с Богом относишься. А когда у тебя начинает влиять на тебя, ты чувствуешь, что тебе прям влияние оказывается. Чей-то взгляд, чей-то там слово какое-то там, оно такое. То есть она что-то тебя судила, и ты чувствуешь внутри, у тебя беспокойство от этого. То с тобой нет благодати в этот момент. Это ты как отдано, понимаешь, на бесом, на растерзание. И страдаешь из-за этого. А когда ты находишься с Богом, вот здесь Святой Дух тебя это не беспокоит. Ты как бы знаешь волю Божию. Ты исполняешь и ищешь, как его исполнить, а не, тебя не беспокоят такие вопросы. И это я вот так это различаю по себе. Ты сразу открываешь Писание, ты читаешь, у тебя любовь к нему, к слову. А когда ты находишься, у тебя нет в этот момент, то ты читаешь, и ты ничего не чувствуешь. Ты, у тебя нет никаких к этому. Не, я тебя поправлю, Вячеслав. Ты сказал, что тебя не интересует уже там ни семья, ничего там, ну, земное. Я скажу, ты смотришь это уже, если в свободе, в духе, да, святом, то ты именно через, ну, как сказать, в Боге смотришь на все эти житейские твои попечения. В Боге. Вот. Ну, я имею в виду, смотри, тебя это, у тебя страха нету. Вот в чем вопрос. Нету вот этого страха, вот, который тобой управляет. Вот. Ты видишь все это, но ты свободен от этого. То есть ты действуешь извне, как бы ты можешь влиять на ситуацию извне, само тебя она не затрагивает, как вот имеется в виду, не вводит ни в какие тяжелые состояния, депрессии, страхи и прочее. Ты свободен, ты как бы с Богом свободен ты. Знаешь, самое что страшное и ужасное, что вот именно когда человек в такой свободе во Христе, в Духе Святом, если это священник, то епископу такой не нужен. Такой не нужен человек. Свободный, понимаешь? Вот, осознаешь, это ужасное вот положение. Такой человек в клире просто не выгоден, не нужен. От него надо избавляться. Это вот так. Ну вот так. Вот она, реальность. Ты освобождаешься от зависимости семейного, вот этого домашнего попечения. Ты независим от этого. Вот это свобода такая. Да как ты независим? Ты связан. Да? Апостол сказать, говорит, что оженивайся, печется, как угодить жене. Но оно как-то в Боге как-то это должно получаться. Оно не должно то, что... преобладать. Вот эта независимость над этим попечением, над этой суетой. Вот. И ты должен быть спокоен в этом. Да, это просто как ответственность, как обязанность. Вот можно представить раба, например, когда было рабство там, в Средневековье или раньше. Они же, им некуда деться, это их просто участь. Они просто должны быть покорны своим, как его, которые над ними, да, мастерам, мастерам их, и просто делать, как им говорят, просто, но при этом быть, они же тоже могут быть христианами при этом, разве нет? Но и при этом тоже быть свободными. Да, и апостол об этом же и говорит, как раз таки, что вы должны делать как свободно это уже. То есть ты делаешь не потому, что... Я могу подтвердить своей семье.
У меня муж неверующий. Он не имеет надо мной власти. Я когда хочу, занимаюсь с детьми, мы молимся. Он мне не препятствует. Вот у меня есть, допустим, женщина, которой я сейчас могу быстро оставить детей с ним и поехать ей дать Евангелие или с ней побеседовать, поблаговествовать. То есть он мне не говорит, нет, ты сиди дома, все, куда ты пошла. Нету такого, потому что я исполняю свою обязанность как жены. И он не может мне что-то сказать в этом деле. В доме чисто, дети воспитанные. Я делаю все в доме. Понимаешь? Муж должен над тобой иметь власть. Понимаешь? На любовь это побеждается все. Жена должна быть хитрая, как Ревека. Да, тяжелый случай. Ревека и Сара, они что же были? Они же знали подход своему мужу. И все равно, Ревека же все равно сделала. Что она сделала? Яков все равно, возлюбленный Богом, получил первородство. Не, ну, Наталья, ты понятно, ты верующая, ты поэтому мудрее, понимаешь его во всем. И поэтому ты добровольно, то есть ты исполняешь свои обязанности, подчиняешься ему в том, в человеческом, в чем ему должен подчиняться, добровольно, и это так христианки и делают, это так и должно быть. Ну да, если жена все оставляет, бросает дом, все в вещах, не убрано, не помыто, ничего, дети как попало, конечно, муж будет орать на нее. Так мы 8 главу не прошли, ну ладно, пообщались. Давайте. Если едешь дальше, будешь лучше по чуть-чуть, чем быстро и проходить мимо. У меня муж хитрый. Да. Давайте сейчас помолимся. А помолится у нас Наташа Демина. Так, я сейчас прочитаю молитву. Елена Фаур вышла быстренько, чтобы не молиться. Так, сейчас я прочитаю достойно есть, и потом вы помолитесь, Наталья. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Достойный всякого истину, блажите Тебя, Богородица, Пресноблаженную, Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога, Слово Родшую, сущую Богородицу, Тебя величаю. Наталья, молитесь. Своими словами. Вслух своими словами, да. Поблагодарите Бога. Господи, спасибо, что я пообщалась с людьми, которые мне помогли в эту трудную минуту, даже в мое трудное время. Благодарю Тебя, Боже, что я присутствую с такими людьми и чему-то могу поучиться, чтобы я смогла успокоить свою душу и правильно найти истину, чтобы всем было от этого спасительно. Наверное, так. Чтобы никто не пострадал. Наверное, пока. Я не могу больше. Спасибо. Спаси Христос, Наталья. Спасибо. Спаси Христос. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.